Два года назад привез колодезные кольца с замками. Здесь они представлены не все. Половина колец уже вкопана в прошлом году. Нанял в соседней деревне копателя колодцев. Как видите, он не докопал, забухал. В таком состоянии находится колодец. Вкопано три кольца, их уже повело. Придется выдергивать и вкапывать по-новому. Для копки колодцев лет 5 назад была сварена разборная конструкция из труб. Эта конструкция является разборной. Можно разобрать на несколько узлов, погрузить в прицеп и привести и смонтировать там, где нужно будет копать кольца. На нее вешается лебедка трехтонная, специальное приспособление для поднятия колец, называются захваты, и можно спокойно монтировать кольца. Одновременно она еще является детской качелью. У меня качель снята, сейчас работает приспособой для копки колец. Надеюсь, в этом году все-таки я выкопаю колодец.